Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня у нас вопрос о мульчировании. Вопрос довольно простой, он много писать не стал, просто спросил. А опилками вы мульчируете? Сразу о опилках. Опилками мы не мульчируем, какая бы она фракция ни была бы. Мы опилками ничего не подсыпаем, ничего не делаем. Во-первых, опилками, я считаю, что можно занести заразу. А насчет мульчирования, самый лучший способ мульчирования – это хвойный опад. Затем, я понимаю, опилок, ну, на крайний случай мульчировать можно соломой. Ну, ни в коем случае не опилками. Это мое личное мнение, повторяюсь. Я никому не навязываю, но я опилками не мультирую. Я опилки вообще не использую нигде. Не добавляю ни в грунт, никуда. Я знаю, слышал, что многие выращивают в опилках. Все хорошо, все прекрасно. Но я этим не занимаюсь. Поэтому вопрос, я думаю, закрыт. Опилки мы не мульчируем, а лучшее средство для мульчирования – это хвойный опад. Всем спасибо. С вами был Евгений Филимонов и питомник «Хвойный дворик». Удачи!